Всего же уже прошло почти 30 таких встреч с краснодарцами. На них обсуждают обновление главного градостроительного документа. Общественники-активисты предлагают свои идеи по развитию краевой столицы или вносят возражения, что изменить в генплане. Всего уже поступило около 400 обращений. К представленному генплану горожане отнеслись неоднозначно. Чтобы обсудить будущее краевой столицы с краснодарцами, встречался Вениамин Кондратьев. Генплан Краснодара губернатор края считает недоработанным. Сегодня он не готов, только потому что, наверное, где-то непрофессионально, а где-то слабированно к нему подошли. Поэтому так нельзя. Все, что мы делаем, людям должно понравиться. А для этого мы должны просто у людей спросить. Вот то, что мы делаем, им нужно в плане и градостроительной политики, и градплана. Или это только нужно кучке умных людей, безусловно, но которые оторвались чуть-чуть от реальной жизни в городе или в том или ином муниципальном образовании. Перед тем, как генплан передадут на утверждение депутатам Гордумы, Вениамин Кондратьев вновь намерен встретиться с краснодарцами, чтобы обсудить недочеты. В результате генеральный план должен будет учесть все изменения.